Ночь на территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики прошла спокойно, обстрелов со стороны украинских силовиков не было, заявили главы районных и городских администраций в среду. 1 сентября в Донбассе начался не только учебный год, но и очередной режим прекращения огня, о котором стороны конфликта договорились в ходе последнего заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине, которое прошло 26 августа в Минске. Ночь прошла тихо, все было спокойно, цитирует Донецкое агентство новостей главу Куйбышевского района Ивана Приходько. Представитель мэрии Горловки также сообщил, что обстрелов и жертв зафиксировано не было. Как уточняется, о соблюдении режима тишины заявили в администрациях Ясиноватского, Тельмановского и Новоазовского районов ДНР. Силовая операция против недовольных госпереворотом жителей Донбасса длится больше года. На переговорах 12 февраля были достигнуты договоренности о прекращении огня, отводе тяжелых вооружений, внесении в Конституцию Украины изменений о децентрализации власти, а также о закреплении особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.